Добрый день! Как и обещал в прошлом ролике, сегодня мы продолжим тему «Цифровая система управления электролабораторией». И сегодня мы с удовольствием ответим на вопросы, которые поступили от энергетиков. Некоторые специалисты высказывали опасения по поводу надежности цифровой системы управления. Они предполагали, что компьютер в электролаборатории может выйти из строя. Но у каждого из нас дома или на работе есть компьютер. Мы часто им пользуемся, но он не ломается. Кстати, система управления и монитор, в частности, имеют высокий класс защиты. Это означает, что в процессе работы, если вы случайно ударите по ним, они не сломаются. Тряска, создаваемая движением автомобиля, в том числе по местности с плохой проходимостью, не оказывает на компьютер негативного влияния. Он жестко зафиксирован в стойке пульта управления, поэтому не возникает вибрации между соседними частями. Следовательно, компьютер не портится. Наши технические специалисты позаботились о качественной работе цифровой системы управления и при низких температурах. Поэтому они сразу отказались от установки в электролабораторию сенсорных дисплеев, которые могут зависать при холодной погоде. Дополнительно установили внутри пульта управления систему обогрева. Дополнительная система обогрева и система отопления салона лаборатории гарантируют, что компьютер в электролаборатории Angstrem будет качественно работать даже при самых низких температурах окружающей среды. Иногда случается, что во время работы на энергообъекте может, например, пропасть напряжение питания, а резервного источника в лаборатории не окажется. Что же в таком случае будет? Компьютер выключится и специалисты не смогут работать? Нет. В случае отключения питания система управления будет работать автономно еще в течение 60 минут. За это время вы сможете просмотреть результаты испытаний и корректно завершить работу компьютера. Также возможность автономной работы системы управления можно использовать для проведения обучения нового персонала. Отсутствие питания не вызовет моментального отключения цифровой системы управления. А вот удастся ли продолжить работу, если компьютер в электролаборатории выйдет из строя? В электролабораториях Angstrem предусмотрена возможность подключения к компьютеру лаборатории ноутбука, с которого можно будет управлять электролабораторией. Для подключения сделаны внешние разъемы. Нужно только установить на ноутбук программное обеспечение для управления цифровой ПТЛ. Как видно, цифровые электролаборатории надежны. И часто, услышав все вышесказанное, наши клиенты задаются вопросом, а сколько же стоит цифровая ПТЛ? Полагают, что очень дорого. Но нет. Цифровые электролаборатории Angstrem стоят столько же, сколько и классические электролаборатории. Заказчик получает современную, качественную, надежную лабораторию за те же деньги. Спасибо вам за внимание. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, мы ответим на все. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео про наши цифровые электролаборатории. Всем здоровья и до скорых встреч!